Так, ну что же, я думаю, остальные присоединятся по мере выступления. Друзья, у нас в гостях Егор Полубояринов, представитель компании Sony. Сейчас выступит с докладом «Оптические системы хранения данных. Digital Sign. Перезагрузка». Егор. Здравствуйте, коллеги. Сейчас с вами поговорим. Меня зовут Егор Полубояринов, я представляю профессиональное отделение Sony. Со мной моя коллега вот Светлана сидит, она представляет отдел носителей информации. Если будут вопросы, тоже к ней можно обращаться. Сегодня у нас две темы, это оптические системы хранения и Digital Signage. Давайте начнем. Оптические системы хранения данных. Коротко, это эволюция CD-дисков. Мы CD занимаемся очень давно, так же, как, собственно говоря, лентами. То есть у нас в портфеле есть там LTO и CD-диски. Мы использовали и Blu-ray. Мы использовали Blu-ray для профессиональных дисков для видеопроизводства. Они назывались XD-CAM. Были там и однослойные, и двухслойные, и до четырехслойных. Вот. Сейчас совместно с нашими коллегами из Panasonic мы сделали Archival Disc. Это следующее поколение Blu-ray диска. 300 гигабайт, один диск. Что он из себя представляет? Это двухсторонний трехслойный диск, просто уплотненные записи. Дальше он будет эволюционировать 500 гигабайт и до терабайта, собственно говоря, дальнейшим уплотнением. Вот. Его преимущество, соответственно, оптических носителей для хранения и использования данных, они все соответствуют и старым CD, то есть это комнатная температура хранения, влажность, он может лежать просто на полке, с ними ничего не происходит. В общем, требования гораздо мягче, чем у других носителей информации. Что мы сделали после того, как изобрели этот диск? Мы его запихнули в коробку. В коробку мы запихнули 11 таких дисков, чтобы получился архивный картридж. Архивный картридж представляет собой вот как раз коробку из 11 дисков. Вот. Вот он уже используется в качестве средства хранения информации в наших системах. Такой картридж засовывается в приводы. Приводы у нас есть двух типов. Приводы есть у нас настольные для, так сказать, стендалон применения. Они USB 3.0. Вот, используется просто plug and play с любым компьютером. Пожалуйста, воткнули, у вас есть 3 терабайта, картриджи меняйте, пожалуйста, работайте, храните их на полке, где угодно. И такой же точно привод, только уже с интерфейсом Fiber Channel. Это уже инсталляционный привод, который используется в больших системах инсталляционных. Ну, соответственно, инсталляционные приводы, инсталляционные модели. Что можно делать дальше? Да? У нас есть привод на 3,3 терабайта, для картриджа 3,3 терабайта настольный, который работает по USB 3.0. Дальше у нас есть инсталляционные модели. На самом деле модельный ряд у нас не очень большой, их очень легко комплектовать и очень легко рассчитывать объем хранилища, как клиенту, так же инсталлятору, интегратору и так далее. То есть, по сути, у нас есть базовый блок на 30 картриджей, дальше блок на 4 привода 60 картриджей, да, и блок просто на 100 картриджей, просто коробка для картриджей. Дальше просто умножайте на 3,3 терабайта и получаете объем. Вот, приводы также, их может быть 2 привода у нас вставляется в мастер-блок UDSL-30, и, соответственно, 4 привода можно поставить UDSL-60, что увеличит вашу скорость вашего архива. То есть, если у вас много клиентов или большой поток данных, то вы можете использовать большее количество приводов. Масштабируется эта система вот по такому принципу. Вот. Максимально в рэк влазит, да, соответственно, 6 таких юнитов. Максимальный объем 1,7 петабайта. Максимальное количество приводов здесь будет 18. Вот, соответственно, если брать комплектацию с приводами, если брать только с картриджами, то получится 535 слотов, это 1,7 петабайта. Клиент или инсталлятор может сам выбрать, что ему нужно, больше места, больше скорость или как-то разграничивать. Также архивы можно бить на уровне логических архивов. То есть, если у вас есть физический архив, вы можете его разбить на несколько логических архивов. Они будут два абсолютно независимых архива в одной коробке.
Вот, соответственно, у вас будет отдельное количество картриджей, отдельный привод будет работать там на отдел какой-то отдельный, ну или для каких-то одних нужд, и, соответственно, другое количество картриджей и приводов будет работать для другого. Этих архивов может быть виртуальных по количеству приводов. То есть, если у вас там 3 привода в системе, то можно сделать 3 виртуальных архива и так далее. Вот как раз пример. То есть пример один у нас это на максимально быструю отдачу данных и запись. Вот. Это 370 картриджей, 18 приводов. Вот. Но если же нужно место, то это как раз 2 привода, 535 картриджей. Очень интересный вопрос интеграции таких систем. У нас есть пул партнеров, которые делают всякие серверные инсталляционные там, решения для любой интеграции. Со всеми этими партнерами, которые у нас в пуле уже есть готовая интеграция, они, собственно говоря, тут там наполняются по степени готовых проектов, уже завершенных рабочих. Интеграционный проект, ну, пример, может выглядеть вот так вот, да, то есть подключается по Fiber Channel приводы через оптический коммутатор, дальше они идут на сервер управления, какая-то информация дублируется в NAS, которая будет нужна еще в ближайшее время, все остальное попадает в библиотеку и на полки. Ну и по принципу хранения, как сейчас популяризирован 3.2.1, можно увести на машинке в другое место, если есть необходимость. Вот. А также у нас есть наш собственный софт. Он очень легкий и достаточно удобный и бюджетный. Вот. Что можно им делать? Им можно просто архивировать, он ведет учет картриджей, их можно переименовывать, он помнит все файлы, которые прошли через систему, то есть можно быстро найти файл, на каком картридже он лежит, взять его, этот картридж, если он на полке, или же загрузить его в робот, в привод, вот, и вытащить оттуда информацию. Есть несколько типов архивирования там, с администрированиями без, то есть либо файлы человек отсматривает, выбирает, какие архивировать, какие не надо, либо по принципу просто там все летит, все, что попадает в папку, летит на диски, автоматически архивируется. Вот. Дальше мы будем развивать этот софт. Уже скоро будет релиз. На базе этого софта у нас будет реализовано следующее. У нас будет эмуляция ЛТО. То есть все, у кого есть уже системы, работающие бэкап-системы с ЛТО, можно будет легко использовать наши приводы. Они будут восприниматься как ЛТО приводы, то есть никакой дополнительной интеграции. А второй софт, серверный софт. То есть наш архив будет выглядеть с помощью этой лицензии, он будет выглядеть просто как жесткий диск. То есть весь архив будет просто висеть в сети, как жесткий диск, и вы также с ним сможете спокойно работать. Ну и также у нас скоро, наверное, в следующем году вроде обещают выпустить большое интеграционное архивное решение, будет огромный шкаф. Вот. Про него пока мало информации, он будет весь забэкаплен, у него будет 2 робота внутри, тач-панель, камеры внутри, все под горячую замену, в принципе, как и в нынешних архивах, все у нас меняется моментально, не надо ничего останавливать, все выдергивается, блоки питания, приводы, все вставляется прямо на горячую во время работы. Также из носителя информации, вот как раз можно у Светы будет спросить, у нас есть промышленный флеш, сейчас тоже выходит эта флеш-память с расширенными температурными диапазонами, более выносливая для каких-то применений на производстве технологических процессах, камерах видеонаблюдения, наверное, и так далее. И также SSD-память тоже разных типов тоже, которую наша компания может кастомизировать как-то по требованию заказчика. Ну и сейчас я вам расскажу о нашем решении для Digital Signage. Мы его только запускаем на рынок, только-только. Вот, мы запускаем, значит, цель этого Digital Signage, просто максимально сделать простое решение для Digital Signage и управления офисным пространством. Мы сделали профессиональные дисплеи,
воткнули в них все возможные протоколы управления, API, которые сейчас известны, они поддерживают практически все системы. Вот. Работают 24/7. В них усиленные процессоры специально для работы с сложными приложениями. Линейка будет вся 4К. Вот, вся с IP-управлением. Работают во всех режимах, вертикально, горизонтально. Также мы выпускаем тач-панели разного дизайна, какой вам будет нужен для клиенту. Он может выбрать там по дереву, пластик, любой цвет, абсолютно любую модификацию, какую ему нужно будет. И, соответственно, после этого всего сделали софт, который позволяет работать с нашими панелями без всяких плееров, без всего. Вам нужен только сервер. Все остальное делает сама панель, все в ней внутри. Сначала он вышел как просто простой digital signage, потом туда добавили простые решения для переговорок, ну а дальше мы его стали интенсивно наращивать. Сейчас он выглядит как? У нас есть основной софт, это Telos Manage, это то приложение, которое управляет всей этой системой, конфигурирует наши панели, делает расписание включения, выключения панелей, каких-то смежных устройств, это могут быть проекторы. Вот. На нем же создается контент, на нем же все расписание, интеграция со всеми там, Exchange, Google, со всем, чем можно. Вот, соответственно, применять это можно везде, потому что сейчас мы сделали достаточно большое количество приложений всяких для всевозможных мест применения. Это и Digital Signage, приложение для переговорных комнат, зоны ресепшн. То есть мы сделали специальное приложение виртуального ресепшна, где можно регистрироваться, подключать принтер, печатать билеты, делать уведомления. Соответственно, это классический digital signage, который также может работать по Wi-Fi, как угодно. То есть он, по сути, телевизор нужно, в монитор нужно воткнуть либо Ethernet, да, провод, сеть, либо подключить его просто к Wi-Fi. Все остальное в нем есть. Вот. Также у нас есть решение деблокирования переговорных комнат для показа контента, там, презентации каких-то роликов для клиентов, гостей и так далее. Это все делается тоже без каких-либо устройств, не надо никаких приемников, ничего. То есть достаточно просто вот с ноутбуком пришли и нашей панели, все, больше ничего не надо. Ну, для больших помещений, в принципе, все то же самое, только единственное, можно... У нас есть приложение для управления Telos Remote, оно называется. Это можно как раз с помощью него, вашего мобильного устройства, управлять там, освещением в комнате, включением-выключением проектора, панели и так далее. Ну, сервер управления выглядит очень просто. На самом деле это просто один компьютер, который управляет всем. У него есть дашборд, на котором показано, сколько панелей включено, выключено, чем занята каждая панель, на какой сейчас digital signage, на какой сейчас там что-то презентации показывают, где что происходит и так далее. Показаны все занятые переговорки в данный момент, расписание всех переговорок и так далее. Вот как раз основные функции Telos Manager — это как раз управление, проверка статусов, расписание на нем, как я уже говорил, создание Digital Signage. Также он работает с RRS, с Facebook и так далее. То есть он берет ленты, все это выводит, показывает со всеми календарями. Вот. Также туда же, да, вот как раз с офисом, с Exchange, с Google календарем. Все это передается на данные для переговорок. Контент вы можете делать прямо в этом приложении, можно для этого использовать презентации, PDF, любые медиаматериалы, интернет, страницы, все что угодно. Вам не нужно дополнительно ничего, прямо в этом сервере можете совершенно спокойно делать любой контент, абсолютно видеоряды, презентации, все что угодно. Ну, также, да, включено, как я уже говорил, то, что управление. Telos Connect — это как раз приложение для переговорных комнат. Это когда вы можете совершенно спокойно подключиться к телевизору, чтобы показать презентацию,
с ноутбука. То есть вам ничего не надо, вы просто спокойно вбиваете IP, там инструкция на мониторе написана, вбиваете IP, и у вас в хорошем качестве с минимальной задержкой Full HD картинка передается прямо на лету на монитор. Также вы можете кастомизировать сам внешний вид вашего экрана в любом месте. То есть у вас будет там написано расписание, задник, брендирование, там, компании и так далее. Все что угодно вы можете делать в нашем приложении. Вот. Так, сейчас. Букирование. Также приложение для планшета, оно вешается рядом с переговорной комнатой, тоже делается абсолютно любой дизайн приложения, какой вам нужен, он также делается на сервере. То есть кроме сервера ничего не надо ни для каких приложений. Вот, вы совершенно спокойно делаете свой дизайн и можете букировать приложение как с почты, с календаря. Также можно подойти, нажать на планшете, выбрать время, сбукировать, спокойно пойти общаться дальше. Так, ну это для ресепшена. Все, да, все. Ну вот, вкратце как-то так, достаточно быстро да, пробежался, вот, но готов ответить зато на побольше вопросов, если они у вас возникли. Что? Да. Да, ТЭОС платный, то есть у нас он будет продаваться лицензиями, то есть там есть лицензия основного сервера, а дальше у вас лицензия на Digital Signage, лицензия, там, если вам надо подключить переговорку, лицензия на переговорки. Вот, где-то достаточно одной лицензии, где-то несколько, то есть в зависимости от конфигурации. Вот, какие-то функции бесплатные, то есть там кастомизация экранов всех, вывод календарей, это там бесплатно. То есть можно просто повесить панель и это сделать. Также у нас в профессиональных панелях есть куча профессиональных функций, там специальный про режим, где можно и так настроить какое-то, если это одиночное какое-то помещение, и там не нужен сервер и так далее, то это можно настроить, в принципе, все с панели, если это одиночная комната и так далее. Да, оповещение, с ресепшена, если кто-то пришел, нажал, то приходит оповещение, можно смс, имейл. Вот. И также, да, везде. Да, конечно, да, полный да, мониторинг. То есть как раз сам сервер показывает, кто подключен, кто нет, какое приложение, перегрето нет, все данные, учет срока работы панели и так далее. То есть там вплоть до истечения гарантии можно, если вы сбиваете там данные. Он будет вам говорить то, что там до конца гарантии. Кстати, на все на них гарантия 3 года, на все панели у нас идет сразу.